Ассаламу алейкум. Вы смотрите «Народный проект Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». И мы сегодня на рыбалку приехали в озеро Тудакуй. Это озеро находится в 60 километров от города Бухары, между Новоинской и Бухарской областями. Расстояние от Бухары до озера Тудакуй составляет 60 километров. Озеро пользуется большим спросом у рыбаков, так как здесь обитает больше 40 видов рыб. Давайте не будем тратить время, начнем разгружаться и приступим к рыбалке. Рыбалку этим чудесным жарким летним днем мы начали на озеро Тудакуй. В конце недели, как обычно, планировал поехать развеяться со спиннингом. Но неожиданно позвонили друзья и пригласили половить сазана, который рвал им поводки и ломал крючки на последней рыбалке. Ну, конечно же, отказаться не смог. Озером Тудакуй называют водохранилище, расположенное недалеко от города Бухары. Его площадь равна 210 квадратных километров. Водоем имеет вытянутую форму со сглаженными углами. Средняя глубина 4,8 метра, а высота плотины составляет 4 метра. Особенностью этого места является то, что вода в нем соленая, с небольшой горечью. Это связано с тем, что в ней содержатся различные минералы. Несмотря на это, в озере обитает около 40 видов рыб. На побережье обитают беспозвоночные животные и редкие разновидности растений. Некоторые представители флоры и фауны, которые нашли себе приют на берегах водоема, занесены в Красную книгу. Например, орлан, курганик, озерная чайка, лебедь и пеликан. Иногда на берег приходят джираны, зайцы, дикие кошки и лисицы. Акулыбек, подсак, пожалуйста. Что-то крупный, да, такой. Вон, 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 идет, идет, пачка. Вот так, вот отсюда. Йо-го, он вообще распутать надо его. А, все, вот взять. Баха, ты не против, я его отпущу? Маленький же, да? Пусть. Все, пусть. В следующий раз мы придем, он большой будет, потом поймаем. Все, пусть плывет. В середине прошлого века территория Тудакуя считалась заповедником и была охраняемой. Сейчас это место превратилось в основной источник рыбного промысла. Наша поездка была в середине июля. Жара стояла под 70 градусов. По пути к заветному оазису мы наблюдали из окна машины замечательные виды.
так и не скажешь с первого взгляда, что мы глухари. В России бескрайние леса и поля, а в Узбекистане бескрайние пустыни. Озеро встретило нас палящим солнцем, которое освещало все в округе каким-то оранжевым светом. Погода летом устойчивая, небо всегда ясное, безоблачное. Днем стоит сильная жара, лишь ночью становится немного прохладнее. А что-то есть? Грамм 600. Даже многочисленные предупреждения от МЧС республики не могли удержать нас дома, ведь рыбалка – это святое. Мы ничего не можем с собой поделать, во всем виноват древний инстинкт рыбака-добытчика. Это он нас вытаскивает из постели и гонит на рыбалку в любую погоду. На природе все происходит не так, как в городе. И еда на костре кажется неповторимой на вкус. И чай так просто вызывает восторг. Вода, купание, природа и, самое главное, рыбалка. Вот чего все ждут с нетерпением. Как дела у вас, Ака? Как рыбалка идет? Салам. Что, поймали что-нибудь? Покрупнее. Это покрупнее, да, уже? Это все на червя сейчас на идет? На червя, да. А на креветку почему не клюет? Или клюет? Пока время есть, да. После 20-го. На креветку будет? На креветку. Сейчас только на червя? На червя. Вот килограммовый есть. А вообще крупные какие бывают здесь? Самые такие вот, достойные? В 2018 году, в августе, 20 августа, поймал 8 килограммов сажан. 8? 8 килограммов сажан. Хорошо. Одна сазан вот на 8 килограмм. 8 килограмм. Молодец. Вот сейчас человек сказал, в прошлом году они брали 8 килограмм. Ну, не знаю, сейчас повезет вот нашим соседям. Если повезет, конечно, мы это посмотрим. Он чисто хотел в камеру попасть, поэтому вот вовремя он клюнул. Повезло ему. Ребят, вот. Вот Тимуру сейчас повезло, как раз мы начали с ним общаться. Вот он, ему повезло, он поймал вот такого сазанчика. Тимур, мне скажи, почему вот здесь в Тудакуле рыба вот, вот такого цвета? Она не желтая, да, получается, вот серебристая? Вода, но здесь. И потом этот, вода чистая здесь. Ребят, получается как, вот если вы помните, мы рыбачили на озеро Дьявола, там сазан был желтый, как крестик золота, а здесь получается как серебро. Тимур, что-то у нас ты везунчик, слушай. Я уже часа два здесь рыбачу, еще ничего не поймал, прикинь. Вот сейчас за минут пять, Тимур, я поздравляю, минут пять мы только с тобой познакомились, только начали общаться, и две рыбки уже. Да. Везунчик ты у нас, слушай. Было очень приятно с тобой познакомиться, но мы еще рыбачить будем до утра. Ага. И я позову тебя в гости на ужин. Все. Хорошо? Спасибо. Okay. Мои поздравления, Тимка, на, спасибо. Держи. Ближе к обеду приезжают еще рыбаки. Становятся неподалеку, забрасывают и ждут. А клевать рыбу не спешили. Рыболовы часто размышляют, знал бы, где клюнуть.
туда бы удочку закинул. Мы здесь можем подсказать, что у каждого вида рыбы свои излюбленные места. Между разговором с соседними рыбаками у них произошла очередная поклевка, одна за другой. Это были сазанчики на грамм 800. Июль – это начало рыбалки на сазанов. Как раз он приходит в себя после икромета и ловится по октябрь месяц. Ловля сазана – это увлекательнейшее занятие, от которого сложно отказаться человеку, увлеченным этим видом охоты. Как говорят, на рыбалку ездят не за рыбой, а ради удовольствия, за душевным покоем. Да, душевный покой приедет, все вот гам, вот это вот все, эти мысли есть дурные вот в голове. Просто когда вот возле воды сидит человек, он отдыхает полностью, никаких дурных мыслей в голове нету. Просто человек сидит, вот вода, удочка и вот собеседник хороший сидит. Если клюет, то это вообще праздник. Ну не клюет, тоже что ж поделать. Это рыбалка, зато она отдыхайся. Так и называется, да. Но зато отдыхаешь. Да, душа отдыхает, человек отдыхает. Это прекрасно, как католик, вот вы сами видите. У меня к вам такой вопрос. Наверное, действительно, мне это интересно. Сколько лет вы рыбачите, католик? Ой, это хороший вопрос. Если так разобраться, я еще пацаном маленьким был. Еще просто удочки делал, вот, продавались раньше бамбуковые удочки. Вот. Брали вот бамбуковые удочки, ходили туда на рыбалочку. Ну, ловили. Раньше рыбы, вы сами знаете, много было. В любом и рыбаков, канале, кстати, католик мало было. Мало было. И браконьеров тем более. Вообще не было. Да, не было браконьеров. Что такое браконьеры, никто не знал. И вот любитель на удочку ходил, ловил ради удовольствия. Что-то поймал, а если не поймал, ну что ж. Отдых. Это просто прекрасно. Вот сейчас вот мы с вами сидим. Вот здесь, вот он, Руслан тоже там, вот наш друг. Вот здесь Шоимчик тоже, вот сидим. Вот. Ну, пока одного маленького судочка поймали, и всего лишь. Ну, самый главный результат есть. Результат есть, да. Но результат есть, самое главное, то, что мы уже вот душой просто отдохнули. Вот сидим возле воды на лоне природы. Это прекрасно. И проводя один только день на просторе и на свежем воздухе, делясь впечатлениями с бывалыми рыболовами, можно с уверенностью сказать, что летняя рыбалка станет одним из желанных времяпровождений. Белое солнце пустыни опускается за далекий горизонт. Жара начала спадать. Ожили миллионы жуков и мушек, наполняя воздух. Все пришло в движение, чтобы использовать те недолгие часы, когда в пустыне спадает дневной зной. Лишь после того, как палящее солнце село, мы занялись приготовлением вкуснейшего ужина. Как говорил Алексей Гусев, рыбачить надо не только клёво, но и вкусно. Сегодня приготовим одно из вкуснейших блюд узбекской кухни – это дымлама. Дымлама – это все краски лета в одном блюде. Для дымламы нам сегодня понадобится картошка, лук, перец, соль, зелень. Конечно же, без острого перчика тоже не обойтись. Но самое главное, нам нужно будет мясо,
это баранина. Капуста, помидоры, перец болгарский, морковка и чеснок. Ну и, конечно же, жир курдючный, баранин. Не будем тратить время и начнем готовку. Узбекские национальные блюда – это яркие краски природы, вековые традиции и аромат Востока. Пища, которая не оставит равнодушным ни одного гурмана. А почуяв аромат блюда, и тем более увидев его, ваш желудок сразу же закричит вам: «Я голоден». Гастрономических радостей в Узбекистане, уж поверьте, не меньше, чем звезд на небе. Так, в первую очередь у нас идет курдючный жир. Мы его аккуратно раскладываем. Показану. Костер не должен быть большим. Мы его так аккуратно, красиво раскладываем. Это все оставим на после еще. Потом у нас идет по очереди мясо. Мясо тоже берем, вот так аккуратно все раскладываем. Здесь мы еще добавили пару кусочков печени баранины. Он еще даст свой вкус. Теперь у нас идет по очереди картошка. Картошка будет целая. Его не надо резать. Будем аккуратно, красиво раскладывать. Наш казан с дымломой – это настоящая палитра красок природы в руках у повара. После картошки у нас идет, мы обратно чуть-чуть, чтобы для сочности добавим курдючный жир. Получается, все слоями идет. Сверху насыпаем луком, нашинкованным мелким. Теперь насыпем чуть соли. Теперь у нас по очереди идет капуста. Собираем его так, указание красивенько. Теперь у нас идет морковка и болгарский перец. Мы его нарезали специально покрупнее. Теперь идет морковка по очереди. Мы его тоже соберем также красивенько. Теперь у нас идет зелень по очереди. И вот так красиво тоже. И обязательно узбекский. Наши национальные приправы. Теперь у нас идет помидоры. Помидоры мы резаем вот так, режем крестиком. Всю кожуру можно взять и отдельно поставить. Теперь в очередь у нас идет острый перчик. Мы его много добавлять не будем. Всего лишь 4 штучки. Потому что мы блюдо готовим, ну, минимум, наверное, человек 8. И чесночок свеженький. Друзья, действительно, все краски природы получаются в одном казане. Аромат этого блюда, друзья, никого не оставит равнодушным. Теперь добавим грамм 100 водички. И закроем его, этот казанчик наш, крышкой. А теперь наш волшебный котелок, как в сказке, будет варганить сам прекрасный парад.
گشته افسانه ای دورم با بای دل من میرم او تا که تو یاد تو از یاد ببرم گشته افسانه ای دورم با بای دل من گشته ای تیر نگاهت از تمام دشنه ای روی جماعت از تمام گشته ای تیر نگاهت از تمام دشنه ای روی جماعت از تمام مرا زلفی کجب دیوانه کرده زیخشو آشنا بیگانه فریادم با دادام جوانی با جانم درد عشقت خانه کردن شده دیوانه یا چشم سیاه. Ну что, друзья, прошло полтора часа. Наш ужин уже готов. Дымлама. И пора накладывать. Бобр, поможешь мне с тарелкой? Чувствуешь запах? Мне кажется, у нас все шикарно получилось. Давайте его по стороночку оставим. Димлама – это полезное и питательное блюдо узбекской кухни, наполненное всевозможными овощами с кусочками мяса. Аналог русской кулинарии – овощное рагу. Название блюда происходит от глагола «димламок», что в переводе означает «тушить». Димлама получится бесподобно вкусной, если ее приготовить на природе, на костре. Вкус тушеных овощей в собственном соку с ароматом носящего дыма сотворит это блюдо кулинарное волшебство. Еды мы приготовили как на целую округу. Вот и пришлось звать соседних рыбаков к нам за стол, чтобы они помогли нам опустошить тарелки. Ну что, друзья, наша дымлама готова. Всех прошу к столу. Вот и ужин у нас готов. Молодец. А бараньем кубике с чесночком, картошечка такая. Как вам дымлама? Ну это вообще. Класс. Давайте, идем. Операторы, выключайте камеры. Айда к нам. Говорили мне мужики, не бери барабан на рыбалку. Всю рыбу распугает. Так и случилось. Ни одному клёву. Вот и закончилась наша сегодняшняя рыбалка на озеро Тудакуль. Несмотря на то, что ничего нам не удалось поймать, но все равно мы большим впечатлением от этого водоема. И я уверен, что мы не раз еще вернемся сюда. В заключение хочу сказать, пробуйте, экспериментируйте, никогда не сдавайтесь. На этом мы с вами прощаемся. Вы смотрели народный проект «Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». Встретимся в следующей передаче. Всем ни хвоста, ни чьи.